Господь призывает нас все-таки быть рассудительными. То, о чем вот приходилось говорить, то, что постоянно, настойчиво утверждают святые отцы. Вот истинные толкователи Евангелия. Они говорят, нет добродетели, нет добра без рассуждения. Добродетель не может быть безумна. Она должна быть умна, рассудительна. И вот он говорит, будьте мудры. Змей – это образ мудрости, вы знаете, это с древности идет. Вот. А что значит просты, как голуби? Простота вовсе состоит не в том, чтобы знать простофилии. Совсем не об этом, будьте мудры как раз. Вот. А под простотой, разумеется, отсутствие лукавства, лицемерия, лжи, обмана. Вот о чем идет речь. Вот, оказывается, о чем. Нужно беречься вот этого вот лицемерия и лукавства. Дети не лицемерят. Понимаете, как это интересно? Дети не лицемерят. Да, они всегда откровенно говорят. Вот. Вот здесь даже приводит то же, как голуби. Чисты, просты, как голуби. Именно вот, вот о чем идет речь. Значит, с одной стороны, рассудительность, то есть мудрость, и с другой стороны, простота, то есть отсутствие лукавых намерений, лукавых целей, вот этого лицемерия и так далее, что отвратительно перед Богом. И вы знаете, сам дьявол как называется? Лукавый.